Ну что, Клайд буянит? Видимо, кто-то его огорчил. Ты ведь работал с ним, да? Начнем с того, что меня здесь не было, и мы вообще не знакомы. Скажи, кто он такой? Мастер шпионажа? Шпионов хоть пруд пруди. Вот я шпион, а Клайд умище. Он отлично соображает. Он был виртуозом по операциям с минимальным риском. Это что, толерантный синоним слова убийца? Нет, мы убивали. А он убирал людей на любом расстоянии. Это его дар. Он был лучшим из лучших. Вот была у нас такая задача. Уничтожить одного человека. Мы испробовали самонаводящиеся ракеты, хищники и даже один бомбардировщик. Мы высаживаем миллионы долларов, а враг невредим. Тогда мы вызываем Клайда и просим его помочь. Клайд берет кевларовую нить, продевает ее в специальный зажим из углепластика. Зажим для галстука. Через два дня миссис Плохиш обнаруживает мистера Плохиша мертвым на полу в ванной. От удушения. Я пытаюсь объяснить вам, что он слышит и видит все, что вы делаете, поверьте мне. Нет, он сидит в тюрьме под сотней замков. Да, он сидит в тюрьме, потому что ему так удобно. Он прирожденный стратег, у него все ходы наперед продуманы. Вот убил он сокамерника, думаете, просто так? Нет. Он просто снял пешку с шахматной доски. И вскоре он сделает следующий ход. Он отомстит всем, кто причастен к смерти его семьи. Так я не понял. Он что, непобедимый? Разве что вы застрелите его прямо в карцере.